Так-так-так, плащ у меня есть, шпага тоже есть, а шляпу Марина обещала принести. Хрюша, привет, вот твоя шляпа, знаешь, еле нашла. Ой, какая красивая, хорошая. Да, спасибо. Я надеюсь, что гостю понравится, я очень старался. О, я в этом даже не сомневаюсь. Утро – это очень круто! С добрым утром, девочки и мальчики! В студии Хрюша, Марина Яковлева и популярный актер Роман Курцын. Доброе утро! Доброе утро, Марина! Доброе утро, Хрюша! И доброе утро, девочки и мальчики! Очень рада вас видеть в нашей солнечной студии! Спасибо большое, мне тоже очень приятно. А Хрюша сегодня не в обычном костюме. Я смотрю, что он мушкетер, а я с детства люблю мушкетеров. Правильно, мы изучили вашу биографию и поэтому подготовили такой сюрприз. Очень да, приятно. А я очень старался. Но позвольте, я сначала сниму шляпу, чтобы продолжить нашу беседу. А я пока задам вопрос. Скажите, а это правда, что вы решили стать актером благодаря любви к приключенческим фильмам, да? Как вы уже сказали, я с детства люблю фильмы про мушкетеров. И когда они появлялись на голубых экранах, я бросал все свои дела, даже уроки, и смотрел их до конца, даже боялся моргать в этот момент. А когда фильм заканчивался, так, я брал мамину шляпу с полями, из простыни делал себе плащ и садился на подушку верхом, представляя, что это мой боевой конь, а вместо шпаги у меня была швабра, и вот такие вот подушечные трюки я делал на лошади в детстве. И с этого момента я понял, что хочу быть актером и сыграть Д'Артаньяна. Вот так. Получается, что вы уже в детстве были актером, да? Да, совершенно верно. Скачки на подушках – это очень весело. А еще мы знаем, что вы не только хороший актер, но вы еще и каскадер. Да. И все трюки выполняете сами. Совершенно верно. Все трюки в кино я выполняю сам. И у меня школа каскадеров. И мы учим маленьких детей от мала до велика. Объясняем, что такое профессия актера-каскадер. А где вы сами научились быть каскадером? Ездил в разные страны, обучался с каскадерами международного уровня. Учился конной акробатике, джигитовке, фехтованию, восточным единоборствам. И дальше мы начали это развивать. Сейчас преподаем для детей. А может быть, вы нам прямо сейчас что-нибудь и покажете? Исполните какой-нибудь трюк. О, прямо здесь? Да. Ну да. Ну хорошо. С одним условием, Хрюша к нам приедет на один из уроков. Договорились, да, приеду. Так, сейчас попробую. Один из самых простых и любимых мной элементов – это сальто назад. Сальто назад? Да. Ой, я боюсь. Да, я тоже. Давайте, все будет хорошо. Готов, Хрюша? Да. Браво, 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 браво! Молодец! Ну, теперь понятно, почему вы в кино играете разных спортсменов. Вот я посчитал. Велосипедиста играли. Да. Воздушного гимнаста играли. Да. А какой же ваш любимый вид спорта, а? Ну, больше всего я люблю восточное единоборство, карате, кикбоксинг, бокс. Это вот мои любимые виды спорта. Вы сказали бокс? Отлично. У меня и конкурс про бокс есть. Конкурс? Простите, я не был готов. А это мы всегда разыгрываем наших гостей. А, хорошо. Итак, так. Вот перед вами стоит тазик, лежат конфеты и боксерские перчатки. И это все вам понадобится для прохождения испытания. Ну, боксерские перчатки я понимаю. Зачем? Так. Вот. А как они связаны с конфетами? Вот это меня волнует. Ваша задача – надеть перчатки и развернуть для Марины как можно больше конфет за 30 секунд. А я буду рефери. Все. Я готов. 3, 2, 1. Начали! Марин, ну как? Так, ух ты! Конфетка. Есть. Марина упала. Спасибо. Так. Получается? Это вам. Давайте, вот давайте. Как шустро. Вот это да, я думал, ни за что не развернется. Так, три, давай. Так, есть. Сколько там времени осталось? 15 секунд осталось. Держите. Да. Начинаю обратный отсчет. 10. Держите. 9. 8. 7. 6.
Держите. 5, 4 так. 3, 2, 1 Стоп, игра! Будем считать, о, одну конфету точно развернула, она просто упала. Мы да. ее тоже посчитаем. Ладно, итого, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 6 конфет за 30 секунд. Но мне кажется, вот это что да. вы просто молодец. Еще ни одному участнику нашей программы не удавалось достичь такого результата. Правда. Ну что ж, Марина, я думаю, мы должны перейти к награждению. Роман, вы заслужили медаль. Серьезно? Да. Марина, вручай медаль. Пожалуйста, держите медаль. Пожалуйста. Класс. Теперь у меня настоящая золотая медаль. Ой, не хочется вас отпускать, но программа заканчивается. Спасибо большое, что пришли к нам в гости, что так рано встали. Вы, кстати, всегда поднимаетесь рано? Конечно. Да? Ни свет, ни заря. Ни свет, ни заря. Приходите еще, будем ждать. И не забудьте подписаться на мой инстаграм. Хрюша, нижнее подчеркивание, класс. Там отличные фото и видео. Подпишитесь. Я обязательно подпишусь. Ребята, подписывайтесь и вы. И, пожалуйста, не переключайтесь. Впереди много интересного. Смотрите канал «Карусель». С добрым утром, ребята. С добрым утром.